перезагрузка DedSec. Эта армия готова к битве. Но она скована собственными лидерами. Да, у нас есть лидеры. Хоть это и отрицается. Но их больше волнует трёп в социальных сетях, чем решение реальных проблем. Пролилась кровь. Любая война начинается с трагедии. Кто-то серьезно расстроился. Эйден говорил мне про лидеров DedSec, Дэйвов. Они-то и нужны тому психу. Мальчишек. Шестерых! Это один из DedSec. Послушаем. Это Дэйв. Один из лидеров DedSec. Не знаю, что там в Амброуз, но у меня нехорошее предчувствие. Пожалуй, буду отслеживать его мобильник. Приветик, а мы тебя обыскались. О! Фу! Все норм, все
свое лицо под маской. Будто чувствует себя беззащитным без этой дурацкой штуки. Иногда он меня пугает. Его идеи жестоки. Он легко выходит из себя. Гений, но ведет себя как ребенок. С его помощью я могла бы найти бункер, но пускать его внутрь стрёмно. Дефолт готов встретиться с Дэйвами. Только Дэйвы вряд ли готовы к встрече с Дефолтом. К такому не подготовишься. Блин, Клара, ты не перестаешь удивлять. Черт, эти двое точно из дедсековских Дэйвов. Да, не ангелы, конечно, но... Мочить? Амброу, старое логово Дефолта. Это не совпадение. Твоих друзей убили в Амброуз. Не звони мне. Я помочь хочу, дебил. Вам лучше залечь на дно. Не твое дело.
Мог бы хоть спасибо сказать. Эцек, попробую-ка нарыть что-нибудь полезное. Один из Дэйвов послал это остальным. Очень важно. Посмотрим. Успокойся, дружок. Организовать эту встречу было нелегко. Не облажайся. Ты знаешь, я заслужил. Хулиган пошла на риск. Она нам рассказала. И мы приняли решение. Да-да. Я уверен в вашем решении. Тебе не место среди Дэйвов. Что? Да я уделаю любого. Проверьте. Ну, проверьте. И в Дэдсек тебе тоже не место. Какого хера? Вы знаете, на что я способен? Конечно. Болтать и хвастаться. Но ты не понимаешь. Дэдсек — анонимные хакеры. Хренакеры, мать вашу. Хулиган, мы зря тратим время. Дефолт реально хорош. Просто не знает, когда заткнуться. Ну нет, это я трачу время. И еще, вам до меня как до поуни на пони. Те же Дэйвы, которых я нашел в Амброуз. Этот парень хочет повесить их убийство на Дефолта. Что-то тут явно не так. Что-то не сходится. Так, а что там наш друг из ДЦК? Он звонил кому-то. Так, я собрал их в одном месте. Если хочешь денег, отправь туда своих людей сейчас. Никто не должен уйти. Говнюк заказал своих друзей, чтобы подставить соперников. Вообще-то мне на них положить... Но он хочет начать войну. А это очень-очень хреново.
Слушай сюда, Дейв. Кто-то из ваших нанял устранителей. С минуты на минуту вы окажетесь по самые уши в дерьме. Откуда инфа? Неважно. Времени нет. Сидите тихо. Наемники скоро будут здесь. Нужно подготовиться. Понеслась. Они идут с востока. Зачем ты нам помог? Были причины. И вы, засранцы, теперь мне должны. До хрена. И еще чутка. Зачем ты нам помог? Были причины. И вы, засранцы, теперь мне должны. До хрена. И еще чутка. Не забудьте.
начинаю понимать, что остальные дэйвы просто растрачивают наш потенциал. Чтобы сохранить наши цели, наши идеалы, мне остается только одно — убрать их. Однажды мы займем подобающее место. О нас будут говорить, как о тех, кто изменил мир. Кто не побоялся пойти против сильных мира сего. И тогда люди поймут мои мотивы. Братья умрут во имя нашего дела. Дело, о котором они позабыли. Ничего бесплатного, если ты не из тех, кто хватает и бежит.